Потряси. Ксюша больше рада, чем Маргарита. Может, давайте? Вау! Я Максимилиан! Мам, я вчера попробовала зайти в Among Us, а я больше не могу, бесплатно зайти не надо. Всем привет, доброе утро! А, да. Ну что, сегодня 13 декабря, день рождения у Макса. Так, сейчас мы подготавливаемся, делаем уборочку. Макс притащил подарки. Вот эта цифра 6 у нас зелененькая и шарики. Давайте, надувайте и украшайте. А еще у нас пакет с этими был, мы покупали с папой. Целая сумка, там вообще тоже украшения. Одну эту Каролине надо оставить. Вот эту вот, сердечками оставим Каролине. Что открывать? Не, подарки сейчас Макс не... Макс, разуйся, пожалуйста. Лучше вместе поставь, чтобы не спотыкаться. Будем хлопушку лопать. Так, да, вот эти вот штучки доставайте. Это что такое для дня рождения? Сколько там штук? 6 штук? Стаканчики обязательно. А сколько они приедут? В 2. А уже 11. Через 3 часа. А это тоже? Это Макс? Да, это раскрыть. Нужно на стол постелить вот эту штуку, клеенку. И свечки. А, он еще свечки купил. Угу, такие вот. 6. И хэппи-хэппи. На один торт можно Happy Birthday написать, а на другой? Нет, я один торт просто поставлю, а на один свечи. Я не буду два тортика. Какой со свечами. Шоколадный. Стаканчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 стаканчиков? Ну, сколько у нас деток? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Как раз 6 деток. Нет, у нас. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, все, нужно стол постелить, клеенку постелить на стол. Нет. Вот эту сначала. Тут та же 1. Давай, Ксения, убираем это все, я сейчас постелю. 3, 4, 5. Так, клееночку сначала стелим. Так, все, постелили мы постелку. Мы постелили весь стол, но нормально. Ну, чтобы сюда тарелочки поставить. Кушать мы не будем завтра. Да, будете завтра? А. Наши были розовые еще. Розовые Максу зачем? Розовые будем. Да? Бонни! Каролина, может, ты разуешься? Так, девчонки, давайте быстренько открываем календарики. Ксюша больше рада, чем Маргарита, походу. Потому что Маргарита сейчас будет это открывать. Так, все, готовы, девочки? Сейчас я открою, можно? Давай, открывай. И потом. Ты... Ну нельзя, ту не чутла. Ну, батарейка садится. Давай быстрей. Ты что, опять соль для ванны? Соль для ванны, говорит? Соль для ванны. Тут, да. Тут коробку там летишь. Потряси. Махнемся, не мусор. Ну, вот тебе и конфетки, ты спрашивала вчера, вот тебе и конфетки американские. Это бух. Бух. Книжка. Ты закрой глаза и открывай. Да, давай. Закрой глаза. Ладно. Закрой глаза! Да! Можешь открывать? Мы поменяли 24-го вот сюда на 13-го. Да, это вообще-то этот подарок был на 24-й день, но мы что-то так подумали. Долго тебе ждать. Мини-мини. Это палетка Джеймс Чарльз. Это оригинальная? Да. Да, оригинальная. Это мини. Ах, тут есть одна большая, но что-то мы подумали, что большая тебе, она в два раза больше. Тут написано. Hi, this is James Charles here and welcome back to my mini palette. I love... Такая вот палетка. Где-то я знаю, что вот это вот, наверное, хайлайтер. Да. Он сказал, что это хайлайтер. А большая она в два раза больше, представь себе. Мы думали, куда ты будешь ее потом? У тебя нигде не поместится, поэтому взяли тебе мини, тебе хватит. Смотрите, она какая классная. Тут написано. А где вы ее купили? Как где? В интернете заказали. Заказали? Да. Ксюша меня просто замучила, она меня каждый... Мама, давай купим, мама, давай купим.
Она прям это. Она большую хотела, но я думала, большую некуда просто потом. Ну да, небольшую. А, ты сториз сделаешь? Нет, это не сториз. А, другу. Другу? Ты ему думаешь, интересно, что у тебя палетка? Конфетки! Ой, тут... Ой, они приклеились. Угу. В прошлом году тоже, да, такие у тебя были? Нет. Другие? Нет, вы в прошлом году мы не покупали это. Mm. Ты же один раз заказывала. Угу. Вкусные? Чего не приклеились? Так, давайте, девчонки, номера. Мне давай пятый. Пятый, а тебе? Какой тебе? Давай, говори! Шестой. Шестой? Нет. Первый. Первый? Окей. Так, пятый и... Первый. Первый, да? Так, Маргарите вот такой вот пятый попался. А вот это вот Ксюше первый. Давай вместе откроем. Раз, два. Жабочки мои! Боже мой! Салами! Ням-ням! Все. Так, кому салями нравится? Ксюша же салями любит тоже. Это такие донатсы? Давай сейчас прям откроем. Вау, лама донатс. Смотри, Бонни, Бонни. На, открывай, давай посмотрим. Как вкусно пахнет. Спасибо. Да. Мы тоже любим салями. Вкусняшка. Мамочки, как она пахнет. Какие красивые. Блин. Смотрите, какие. Красивые. Мамочки. Что? Синее тесто? Круто, спасибо. Спасибо большое. Сегодня девчонкам попалось только съедобное. Так, пойдем угостим всех. Кто хочет донатс? А зачем ты на роликах дома катаешься, Каролин? Что, до Испании? Вкусно? Так, ладно, все, давайте. Уже час, через час к нам придут, поэтому нам нужно уже на стол накрывать, переодеваться. Маргуша, Маргуш, может быть, ты переоденешься? Нет. Иди хотя бы футболку. Хотя бы футболку другую, ты в ней спишь. Нет, сейчас гости придут, ты причешись, иди давай. Давай, давай, иди. У Сада новое видео вышло, кстати, мы самые первые смотрим. Стараемся самые первые смотреть. Она показывает, как же стать самой уверенной девочкой в школе, как стать красивой. Это прям тема такая популярная. Да, Каролина? Ну ладно, смотри, я пойду тоже. Расчешусь, причешусь. Тебе тоже нужно расчесаться, причесаться. Да. Хвостик сделать. Еще накраситься нужно. Красит. Ух ты! Ну-ка закрой. Подожди. Вау, прям радуга. Это Джеймс Чарльз? Да. Ты стрелочки делаешь? Только кончику, чтобы они растушевывались. Угу. Ты прям у нас как этот Rainbow, как его называют? Rainbow Dash, да? Rainbow Dash. Ой, ко мне, Крутая палитка. Я тоже такую хочу. У меня нет столько косметики, сколько у Маргариты. У меня и не было никогда столько. И тем более в 12 лет. Я первый раз накрасилась на выпускной в школе. Красиво. Ты ее завтра... Ой, не завтра, а на ее день рождения тоже накрасишь потом. Хочу отказать. Так, я сейчас буду делать улиточек с сыром, с колбасой, в общем, который я делала только недавно. Купила вот 3 упаковки теста. Сейчас буду делать, пока гостей нет.
наши улиточки пекутся. И сейчас я буду подготавливать пиццу. Это нам все на закуску. Такие вот две пиццы. Сейчас расставить. Этот красненький, ну давай, открывай. Вау! No, pero esa autopista no tiene, ¿le gusta autopista? Еще одна дорога. Еще одна дорога. Макс, это что такое? На, локуля, локульте. Там есть Макси, поверь. Вот эта машинка. Узнаешь? Конфетки, штанишки и кофточка. Вау! Круто! Ух ты! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Maximilian, que lo cumplas feliz. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения, Максимилиан, с днем рождения тебя. Браво! Fiel deseo! Que no se te olvide el deseo! День рождения закончилось, теперь мы собираем машинку. То есть не машинку, собираем дорогу. Да не может быть детали неправильные. Ну как, если это я хочу вот сюда, значит оно не получится. Потому что вот сюда это не возьмется. Может, ты что-то неправильно сделала? Все, наконец-то собрали. Из-за Ксюши не могли собрать, потому что она неправильно вставила одну детальку. Ксюша! Значит, надо как-то... Как-то должно быть повыше, мне кажется. Ну, тут не хватает, наверное. Нет, мам, нет ничего. Мам, наверное, надо это что-то... Наверное, что-то подставить надо. Так, теперь у нас есть домашний футбол. Я уже выиграл. Ты уже выиграл? Тихо, тихо. Забили гол кому-то? Гол, гол, гол! Все собираемся спать. Завтра в школу вставать. Че? Можем завтра утром открыть календарь? Открыть календарь утром? Можно. Перед школой, что ли? Можно. Мам, я вчера попробовала зайти в Among Us, а я больше не могу, бесплатно зайти не надо. Das, was du aber gerade hast. Und jetzt kann ich nicht mehr gratis hineingehen, jetzt muss ich bezahlen. Что не работает? Among Us не работает? Завтра будете с Маргаритой играть? Да? А как вы будете играть? За одним же компьютером не сможете играть? Или она будет в телефоне? Или в планшете может тоже? Не знаю тогда. Так, все, дети, спать. Нет, 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 спать. Маргарита, телефон убирай. Все в игрушках. Постель стелить. На сегодня мы заканчиваем наш влог. Я очень устала, хочу отдыхать. И да, сейчас нужно все быстренько убрать и спать. Так что... Эта машинка не работает, смотри. Там батарейки нет. Я включаю, он. Всем пока, всем спасибо за поздравления. Я заходила в Инстаграм, читала сообщения. Все, конечно, не могу прочитать, но все равно хочу всем сказать спасибо, кто написал, кто поздравил, за ваши теплые, добрые слова и пожелания. К сожалению,
к большому сожалению, я не могу все прочитать, но я знаю, что все вы пишете только доброе и хорошее. Поэтому всем спасибо и всем пока.